Доброе утро, друзья! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня пятница, мы все дома. Я у Вити с Мироном отпросилась, пошла погулять на часик, сделаю свой кружок и приду домой, будем завтракать. Как я люблю гулять в лесу. Все еще немножко поют птички, шелестит листва. Вообще какое-то такое спокойствие, умиротворение и чистейший свежий воздух. Я стою в этом месте, и у меня текут слезы. Просто потому, что я стою, посмотрите, вот под этой елкой, ее ветви нависают надо мной, и просто я слушаю все эти звуки, я ощущаю себя в такой безопасности, ощущаю себя в такой красоте. И прошибла меня еще та мысль, что я частичка этой природы, этой красоты, этого мира. И у меня такая внутренняя наполненность, благодарность, что она выходит в виде слез. Сейчас уже хотела свернуть наверх, потому что там в конце поле, и там всегда стоит вода, когда идут дожди. Прям там очень грязно. А сегодня я еще в кроссовках, и они тряпочные, они сразу намокнут. Но я поняла, что мне прям не хватило прогуляться по этому лесочку. Он так быстро закончился, что я решила дойти до конца и потом вернуться и выйти по другой тропинке, там, где сухо, чисто. Но все же хочется прогуляться именно через лесок, потому что здесь какая-то особая атмосфера. Сегодня у нас день Святого Мартина, и вечером мы хотим прогуляться с детьми здесь вот, где я гуляю, по этому райончику, пройтись с фонариками, попеть песни, провести как-то по-особенному этот день и вечер. В общем, придем сюда за эмоциями. И наш план очень классный, если бы не одно но. Сегодня вечером обещают дождь, и он пойдет такой, что он не будет заканчиваться, как бы не до глубокой ночи. Поэтому я не знаю, как это будет выглядеть. Посмотрим. Надеюсь, что все получится. Гуляла-гуляла, встретила Юлю, мы с ней еще немножко покатались, поболтали. В общем, утро у меня такое сегодня насыщенное. Сейчас уже без 15:10. Все голодные. Меня сейчас, наверное, съедят. Ну как вы тут? С голоду не умерли? Да. Умираете? У нас завтрак на скорую руку. Картошка была в холодильнике, я разогрела нут. Тост с авокадо и с овощами, наша квашеная капуста и тофу обжаренный. У Мирона пятница, постирочный день. Он принес свои вещи. Это он уже постирал и стирает в раковине. Мирон пошел дальше, он свои вещи еще и развесил. Ты сегодня нам решил везде навести порядок в доме, да? И полы намыть, и постирать. Ну что ты за чудо ребенок такой? Сегодня пятница, да, Семен? Ну, надо ее, это я люблю. И вот так мыть будешь? У Мирона сегодня такая работоспособность повышенная. Он решил нам еще и шкафчики все протереть. Мы повели Мирончика к зубному врачу. У него запись в 11:40. Я сходила в душ, но у меня не высохла голова. Витя нас на машине решил довезти, хотя здесь идти ровно 3 минуты. У нас сегодня просто контрольный осмотр. Ничего доктор делать не будет. Посмотрит, если что-то надо будет, то в следующий раз. Покажи, какой ты подарок получил, сыночек. Ух ты, мышка классная, да? У Мирончика нашли маленькую дырочку на жевательном зубике, так что будем лечить. Вот и все, поехали домой. На обед я приготовлю рис вот с этим соусом. Тут написано, что он без сахара, без дрожжей, только натуральные ингредиенты. Но я посмотрела, правда, здесь состав более-менее хороший. Высыпаю содержимое и теперь добавляю 100 мл воды. Все перемешиваю. Я думала, что это соус, а это уже и есть котлетки. Теперь это содержимое надо смешать с мясом. Но я смешаю с чечевицей. Сварю чечевицу до готовности. Нарезала салатик. У меня есть еще вот такой соус. Мне кажется, он как бы уже не полгода лежит. Это из Икеи. Я думаю, что вот к этим котлеткам и к рису он идеально подойдет. Готовую чечевицу отправляю в чашку. Сюда же добавлю вот эту смесь. Я все перемешала. Для меня жидковато получилась консистенция. Поэтому я добавлю сюда немножко сухого соевого фарша. Обжариваю котлетки с двух сторон. Соус у меня тоже приготовился. Я подсушила наш хлебушек в духовке. Наш обед готов. Рис с соусом, котлетки и овощной салатик. Витя с Мироном поехали на гимнастику. У нас дождь пошел, а я дома их подожду. Через часик они уже приедут. Вы уже вернулись, сыночек?
Идет дождь, но мы не сдаемся. Мы все равно пойдем праздновать День Святого Мартина. Ну все, мы готовы. Фонарик у нас. У нас даже два фонарика. И мы пошли. Дождик у нас пока небольшой. Настроение у нас очень хорошее. Так что пойдем. Я за эмоции, за хорошее настроение, за все, что можно праздновать. Надо праздновать все, что может принести какие-то позитивные впечатления. Я вот за все за это руками и ногами за. Мы с Мироном каждый год вдвоем ходим. Сегодня с нами Витя. Он на машине нас отвезет туда. В чем суть нашей прогулки? Мы стучим в дверь, она открывается, и мы начинаем петь песенку «Латерне, латерне, зоне Монтунштерне» и так далее. Мы с фонариками, с хорошим настроением, немножко прогуляемся, посмотрим, как дождь будет, как мы промокнем, не промокнем, насколько затянется наша прогулка, ну, полчасика точно погуляем. Мы пойдем туда, я вижу, где горит. Пойдем. Если рядом с домами горят фонарики, то значит люди ждут и приглашают, чтобы к ним зашли и спели песенку. Наш первый домик. Алло. Sonne, Mondsterne, Sterne auf mein Licht, Sterne auf mein Licht, Laterne. Bitte schön. Danke. Viel Spaß. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. У нас первый улов, удача, Мирон уже получил конфеты. О, мам, вот такая. Кругленькая, да? Надо сразу попробовать. Mm-hmm. Здесь домик тоже украшен. Бабушка была здесь такая милая, она даже предложила нам зонтики. Там такие дальше красивые корзинки с конфетами, с угощениями, вообще классно. Дождик не перестает. Мы все равно гуляем. Здесь такой уютный поезд, красивый. Супер, ну вот у Мирошика улов все лучше и лучше. У нас темнеет, мы гуляем, дарим людям радость, надеюсь. Мы поем, а Мирон конфеты ест и собирает их. Здесь так красиво, тоже домик украшен. Уже на Рождество. Певцу нашему фонарик в руки. Зоне Мунтунштерне. Und man schon fast voll die Tüte da. Ja, genau. Da passt ja gar nicht mehr viel rein. Brauchst du eine neue Tüte. Ja. Oder größere. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Поднимается наш певец по лестнице. Hallo. Guten Abend. Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Guck mal. Willst du dir selber nehmen? Das mal. Und dann kannst du auch noch Bonbons haben. Immer ruhig, wie viel du möchtest. Vielen Dank. Ну, кстати, в этом году удивительно, что почти никого нет. Здесь каждый год просто столько детей, песни, пляски, костюмы, фонарики. А в этом году никого нет, только потому что идет дождь. О, смотрите, какой красивый домик. Давайте сюда зайдем. Как красиво, как красиво. Латте. Sonne, Mond und Sterne. Dankeschön. Tschüss. In Ordnung, danke, ciao. Фонарики, фонарики. Дорожка из фонариков. Hallo. Hallo. Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht. Aber nur meine liebe Laterne nicht. Na super. Ja. Danke. Где фонарики горят, туда мы заходим. Оттуда не горят. Hallo. Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Mal ein bisschen näher, guck mal, die Ella, die hat gar keine Schuhe an. Jawohl, danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht.
hast du ganz toll gemacht. Ja. Da braucht man ja schon mal noch ein bisschen Schützenhilfe, ne? Ja. Ja, genau. Komm mal, mal gucken, ob er was hat. Du hast ja ein beleuchtetes Säckchen. Проходи, Мирончик, посмотри, что там. Komm mal gucken. Oh, was haben wir denn hier? Einmal so, einmal so. Идет наш певец. Певец, пойдем быстрей. Ням-ням, вкусно нам. Ему в том доме дали сок. Здесь фонарики горят. Пойдемте сюда. Здесь красиво. Bring it out, Miley. Bring it out, Miley. I've been all my little Laterne. Держи, Зайчик. Держи, Dann ist dir was rein tun. So, bitteschön. Und das noch und das. Мы встретили первых детей на своем пути. Смотри, какие красивые тут фонарики, да, Мирончик? Вау. Алло. Абену майне либе латерне ни латерне латерне зоне мунт он штерне. Ganz alleine, alle ja. andere Kinder. Du bist großartig. Ja. Dankeschön, dass du gekommen bist. Das ist ja toll. So, und da dürfen deine Eltern auch was haben? Oder lieber nicht? Nein. Möchten sie einen Schnaps? Einen Eierlikör? Vielleicht einen Papa. Warmen Eierlikör? Warm? Ja, okay. Möchten Sie? Beide? Nein, nein. Sie nicht? Nein. Lieber was anderes? Nein, nein. Einen anderen Schnaps? Nein, vielen Dank. Bei mir sind immer, kommen die Kinder und Aha. auch die Eltern. Okay. Bekommen etwas. Vielen Dank. Здесь такая гостеприимная женщина. Она говорит, у меня получаются здесь и взрослые дети подарки. И наш папа выпил маленькую рюмочку ликера, чтобы согреться. Ну что, тебе повеселее стало? А, конечно же. Сейчас лучше, да? Ну. Гулять, песни петь. Здесь тоже фонарики горят. Пойдемте сюда. Красивые фонарики такие. Здесь тоже все светится. Красота. Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne, nicht Laterne. Das ist sehr schön gepasst. Ja. Mama geholfen, Papa geholfen? Ja. Ja. Oh, guck mal, die ist ja schon gut gefüllt. Ja. Ja. Ну, кстати, дождь не все время идет. Большую часть времени дождя нет. Здесь тоже так красиво. Давайте сюда тоже зайдем. Наш папа против, а мы с Мироном каждую дверь бы стучали. Абену майне либе латерне, нихт латерне. Пойдем. Guck mal, such dir eine aus. Die schönste. Vielen, vielen Dank. Gerne. Schönen Abend noch. Мы решили уже в последний домик, вот в тот сходить, который прямо отсюда видно. Очень красиво они его украсили. Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Das ist super toll, du bist aber mutig, dass du dich traust, allein zu kommen. So, hast du auch eine Tüte für Süßigkeiten dabei? Ja. Die ist ja schon fast voll. Ja. Mensch. Вот он наш красивый домик, мы пришли. Очень красиво. Я бы стояла и любовалась бы им. Смотрите, как люди, да, подготовились. Класс. Алло, амен. Brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne, nicht Laterne, Laterne. Это очень красиво. Вы представляете, это хобби вот этого мужчины, который здесь живет. Вот так вот украшать. Просто что-то волшебное. Даже снежинки на доме. Красиво, очень красиво. Вот камера так не передает, какая здесь на самом деле красота. Ну а мы решили, что это уже будет у нас последний домик. Пойдем мы домой греться, пить чай дома. Получили свою порцию позитива, хорошего настроения. Я, наверное, вас неподалеку, и неподалеку он сейчас гуляет, и вдруг
другом месте. Тоже гуляет, да, здесь со своим фонариком и конфетки собирает Влад? Угу, наверное. Наверное. Потом вы в садике с Владом встретитесь и будете рассказывать, как вы с фонариками гуляли, да? Классно. Я напелась вообще, нагулялась. Что еще надо? Мы восхищаемся этим домом, который весь украшен. Такое хобби, просто супер. Дарить радость людям, настоящую сказку. Мир полон удивительных людей. Мы едем, и тут рядом с нашим домом школа, и у них тоже праздник Святого Мартина. Тоже дети с фонариками идут. Наверное, уже закончился или еще нет. Но в любом случае празднуют. Такой красивый праздник осенний, просто волшебство. Меня хоть и плохо видно, но я все равно хочу сказать, что я очень люблю осень в Германии. За то, что вообще не скучно. Хэллоуин, потом День Святого Мартина. Уже через месяц будет День Святого Николая. Тоже дети будут начищать ботинки, ждать подарки в сапогах. И совсем уже там полмесяца пройдет, и будет Рождество и Новый год. Мы пришли смотреть, что Мирон тут насобирал. Вот наш улов, целый тазик. Мы часик погуляли. Даже подарочки такие маленькие, прикольные. Желатинки, яблоки, конфеты, всякое разное. Всякая всячина, да, Мирон? Мирон получил какой-то порошок. Мы решили разбавить и посмотреть, что это. Вау, Мирон, это какой-то розовый лимонад получается. Надо трубочкой теперь разбавить. Размешивай, да, сынок. Посмотрим, что получилось. Ну, пахнет малиной, да? Какая-то химоза. Мирон, у тебя сегодня день запрещенки, да, Мирон? Ну и как? Попробуй. Ну а как он тебе по вкусу? Вкусно. Ой, он такой сладкий. Он такой сладкий. Доброе утро. У нас с Мироном уже традиция начинать его с имбирного чая. На завтрак приготовим тыквенное печенье. Я нарезала тыкву, как хорошо, что ее не надо чистить, прям с кожурой, потому что это такой сорт тыквы, который можно не чистить, слава богу, потому что так много времени на это уходит. Отправляю в духовку, наверное, на 40-50 минут до готовности. Семечки не выкидываю, промою и подсушу в выключенной духовке. Тыква еще не закончилась, так что приготовлю сразу и обед из тыквы. Теперь в кастрюле с толстым дном я обжариваю лук-порей и чеснок на растительном масле. Добавляю специи до раскрытия ароматов, прогреваю. Теперь добавляю мякоть томатов. У меня здесь несколько помидоров, немножко кетчупа и воды. Если нет помидор, можно и томатную пасту с водой разбавить. В общем, томатную какую-то массу. Теперь отправляю нарезанную тыкву, тоже в кожуре, оранжевую чечевицу и добавляю овощной бульон. Я здесь поставила его отдельно варить. Можно добавить просто воду. Довожу до кипения, накрываю крышкой и буду варить 20 минут на медленном огне. Тыква наша запеклась, сейчас будем ее пюрировать. Я погружным блендером буду это делать. А на место тыквы в выключенную духовку я отправляю тыквенные семечки. Мирон помогает мне чистить картошку. Теперь беру 300 грамм тыквенного пюре. Два больших банана, должна сделать пюре из этого. В тыкву добавляю банан. Теперь добавляем овсяную муку, овсяные хлопья, рисовую муку, разрыхлитель и корицу. И надо добавить изюм, но у меня есть только сушеные абрикосы, я их нарезала мелко. Я еще добавлю немножко миндальных лепестков. У меня получилось красивое такое золотое тесто, буду делать печеньки. У нас не получилось супер идеально, потому что Мирон мне помогал, но зато мы делали вместе, отправляем печеньки в духовку. Тыквенный тал тоже у меня готов, в конце я уже добавила зелень замороженную. Вот такое у нас получилось блюдо, тыквенный дал, картошечка отварная. К сожалению, овощей у нас нет, сейчас пойдем закупаться. Картошечка 3, 1, 2, 3. Считай, Мирон. Считай. 1, бери одну и считай. 1, 2, 3. О, супер. Дедушка тебя всегда балует, да? Всегда тебе подарки приносит. У Мирона уже сегодня рождественский свитер. У Мирона вкусняшка после завтрака, да, Мирончик? Покажи, какой крем. Вау. Ну вот мои печеньки достали из духовки. Вот такие они получились. Оранжевые, яркие.
тыквенные. Мне кажется, что они очень вкусные. Пробуем. Так, разломали. Посмотрели. Мягкие, ароматные, вкусные, сладкие. Хороший рецепт. Такая погодка у нас. Темно, пасмурно. Хочется спать. Дождь идет. Но мы еще не купили продукты на неделю, поэтому мы поедем. Давай сначала на рыночек, потом в норму. И, может быть, в Альди посмотрим там по времени. Устанем, не устанем. Хорошо, что хоть дождь закончился. Мы пришли на рыночек. Здесь картошка, лук, оптом, красный перец. Грейпфрут за 1 евро, мандарины, яблоки, морковка. О, даже брюссельская капуста и молодая картошка. Шпинат. Здесь также можно и оптом закупиться. Помидорки черри, лимоны, авокадо, мандарины, дыня, гранат, хурма. Все можно покупать ящиками. Маленькие огурчики 2 евро за килограмм. Помидоры евро 50 за килограмм, баклажаны евро 80 и паприка 2 евро. Помидорки черри классные, такие свежие. Ящик 8 евро мы, наверное, возьмем. Нам помидоры ящик за 6 евро даже дали. Всего мы потратили 15 евро. И дыня в подарок. Мирон решил папе помочь, молодец. Мы приехали в норму. Ой, я люблю в норме вот эти груши большие, они местные и стоят 2,79. Кстати, когда я ходила в поход, почти у всех были вот такие кофты. Они говорят, что они прям очень хорошо быстро высыхают, если ты вспотеешь, и не мокрые. Очень удобно вот в таких ходить. Ну и, конечно, сохраняют тепло. Классные елочки такие натуральные, они еще и горят. И стоят 5 евро. Надо брать. Ну вот мы и дома, наша закупка нам обошлась на 85 евро, я уже выложила все, сейчас покажу. Взяла брокколи, бананы, фисташки, яблоки, морковка, упаковку батареек. Показывала уже в магазине вот эти елочки. Тофу, 2 пачки натурального и 2 пачки копченого. Айсберг всегда берем, груши, морковка. Полбиная мука, 630 сорт, 1050, кукуруза, растительное масло. Это ополаскиватель для посудомойки. Авокадо. И взяла вот такие мини-корзинки. Хочу их использовать вот так вот в ящике поставить Мирону под игрушки. Бумажные полотенца, туалетная бумага. Маленькая вот эта морковка нам очень понравилась, она сладкая. Пищевая пленка. И в этой части стола это то, что я взяла на рыночке. На все это я потратила 15 евро. Яблоки, огурцы, лимоны, груши. Дыня, кстати, нам в подарок досталась. Апельсины, каштаны приготовим, упаковка брюссельской капусты, мандарины. Мандарины, кстати, хоть и не совсем презентабельные, но зато они вот натуральные, настоящие, без химии. Упаковка хурмы и помидорки черри. 3 килограмма за 6 евро нам достались. Мирон у нас единственный, кто любит дыню, я ему нарезала. Мирон сегодня игрушку купил. Там были ключи, там был телефон и какие-то карточки. Да, Мирон? Сегодня у Мирона друга, у Миши день рождения. Мы собрались и пошли на день рождения. Но там ненадолго, на один часик в батутном центре. Они попрыгают и, в принципе, по идее, мы должны разойтись. Давно тут уже не падал. Да, Витя с Мироном сейчас вышли. Буквально за 2 минуты раньше, чем я, Мирон уже успел упасть. Покажи Мирончик свою ручку. Вот у него ручка. Мирон, мама твоя тоже в детстве, знаешь, сколько раз падала? Все время коленки были разбиты, представляешь? По маме у нас и коленка сейчас. Ну все, папа нас привез, мы готовы. Миша, с днем рождения! С днем рождения для тебя! Мирон получил подарок от Миши. Уфи! 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 А вот такой. Мирончик напрыгался. У него перекусик. И мы идем дальше. Я первый раз тоже это вижу, штучку. Все, мы вышли, погуляли, отдохнули. Мирон говорит, было классно у Миши на день рождения. Ну, в общем, идем теперь домой. Папа нам сказал заказать пиццу по дороге. Мы закажем пиццу
и пойдем. Мы зашли в нашу любимую греческую кафешку. Здесь, видимо, какой-то праздник. По субботам здесь так уютно вечером. Здесь даже греческое оливковое масло. 5 литров, представляете, какая упаковка? Ну, видно, что оно прям натуральное такое. И вино тоже греческое. Все, пицца у нас. Вечер обещает быть вкусным. Сейчас уже Витя за нами приедет. Мирон, кто приехал? Наш папа, загружаемся. Папа! Пицца наша вкусненькая, только она не нарезанная. Но у нас есть эта штучка, чтобы порезать. Пока мы с Мироном шли домой, Юля меня заприметила. И мы решили с ней пойти прогуляться, немножко подышать. Я взяла пиццу с собой, потому что я такая голодная. По дороге перекушу. Мы с Юлей тут гуляем, и представляете, вот растет такое что-то типа камыша. И они придумали вот эту траву, завязали, в косичку заплели. И это так необычно красиво смотрится. Просто что-то невероятное. Мы тут встали и разглядываем. Корзинка как будто. У нас уже 15 минут 8. Бегу домой к Мирончику, к Вите. И будем уже отдыхать. Хорошо, погуляли, подышали, поболтали. Такая легкая прогулка перед сном. Идеально. Я прихожу, они тут шахматы сидят, играют. Мирону надо опять к Климу записать на шахматы, потому что Мирон тянется к ним, ему нравится эта игра. Ну что, все, я дома. Хотела, кстати, пользуясь случаем, поблагодарить вас за то, что вы мне дали просто колоссальную обратную связь по поводу того, что настало 3000 на канале. И я это все читала, мне было безумно приятно. Я просто преисполнилась благодарностью к вам, потому что я не ожидала даже такой обратной связи, что столько людей мне напишут, что столько людей меня поздравят. И я каждый раз удивляюсь просто щедростью вашей души и как сильно вы меня поддерживаете. Это просто что-то невероятное. Я не могу даже описать свои чувства словами, но знаете, что я вам бесконечно благодарна. И хотела поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши просмотры. Благодаря вашим просмотрам YouTube рекомендует мои видео для других пользователей, и мы будем дальше расти, дальше двигаться, вместе узнавать что-то новое, вместе делиться, вместе развиваться. Благодарю вас за ваше внимание, за вашу энергию, за ваши просмотры от всей души, и мы обязательно увидимся с вами в новом видео. Всего вам самого хорошего и доброго. Пока-пока!